Привет, меня зовут Виталий Попилкин, это news163.ru. Вот фок, который я строил в прошлом году. Мы сейчас туда дойдем, посмотрим, открыт он или не открыт. Пойдем. Ну тут, если можно посмотреть, то гуляют люди. Гуляют люди, да. Тут. Сам фок, конечно, огромный. И построен точно такой же фок в Тольятти возле мэрии. Возле мэрии. Точно такой же фок по точно такому же проекту. Вот ребята, где сейчас вот они играют в футбол, я там, значит, траншеи рыл. Рыл траншеи. Вот. Что там, идет время? Идет? Запись-то идет? Ну и все, пойдем. Конечно, в то время, когда я был здесь, конечно, было не так чистенько, не так убрано. Вот, строил, значит, это здание компания City. Это здание строила компания City. Компания Сергея Ринюка. Вот, попробуем зайти сейчас. Ну, мы через центральный. Тут закрыть. Компания City. Компанию City называли королем господрядов. Потому что, она выиграла господряды на несколько миллиардов рублей. То есть там десятки миллиардов. Ну, как видите, здесь все пустует, все пустует. Называется он «Маяк». Закрыто. Все закрыто. А вот. А так фок готовки, где есть какая-то проблема. Молодой человек, во-первых, уберите. Убирать мы ничего не будем, мы снимаем уже на рынке. А у вас есть? Средства достижения снимут. Уберите, пожалуйста. Только, по идее, это охраняемый объект. Я могу какой это охраняемый старше. Объект? Это фок, который построили для людей. Это охраняемый объект. Охраняемый объект. Человек, я могу сходить со своим старшим, он сам не да нет, пусть он отдыхает старше, просто нам непонятно, почему я работал на этом фоке, я его строил, помогал строить, почему 7 месяцев он не работает. То есть есть какая-то проблема. Честно вам не могу ответить, потому что я не в курсе. Все доброго. После руководства. Угу. Спасибо большое. Конечно, конечно. Твой комментарий оставим, да.